связи с невысокими показателями по вакцинации из-за заболеваемости коронавирусом в Забайкальском крае отмена масочного режима в ближайшей перспективе невозможна. Об этом рассказала замначальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора региона Анна Дорошкова. Она также выразила мнение, что надеть маску для защиты – это не особо большая проблема. Кроме того, Дорошкова выразила недоумение, почему люди воспринимают масочный режим в штыки. Ранее сообщалось, что губернатор Забайкальского края подписал распоряжение о продлении антиковидных ограничений до 22 мая, в частности, это касается масочного режима.